Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем Uncharted 4, Thief's End. Мы в прошлый раз с вами закончили на том, что игрушка, она не вылетела, я просто там вырезал концовку, потому что там что-то какая-то менюшка появилась, и начали они говорить, но это, по-моему, не заставка. Я думаю, что сейчас мы начнем с заставки, непосредственно с той, что они отправились уже куда-то туда, в Шотландию, на могилу Генри Эвери, если я ничего не путаю. Эвери точно, а вот Генри я сомневаюсь. Ну ладно, короче говоря, Салли, Сэм и вот эта тряпочка Дрейк, который что-то насовсем стал плохим. Так, это у нас что? Это как пропустить? Ну это я понятно. Пропустить ролик вот так. Пойдет? Следующий ролик должен с карты начаться какой-то. Давай, карту мне, пожалуйста. Ну? Чё, всё, конец? Нет, что-то загружается. Я думаю, загрузится ролик с картой, который там и начался, и это будет хорошо, правильно, нет? Да, отлично. Ну, Рейв подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении... Это да, это мы сейчас будем там чудить. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Салли. Ладно, тогда до скорого. Коленки устали, не может залезть. Да. Ты только... Вернись не с пустыми руками. Договорились. А ведь хотел сказать, ты береги себя, но понял, что не то. Короче, почти ладно. Память капитана Эвери. Конечно, почти, поехали. Вот Сэм тоже, да, но его тоже можно понять, как бы, брат, все дела. Ну, блин, он же тоже... Шотландский собор. Странное местечко для сокровища. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так, что случилось между тобой и Рейв? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Я думал, он разобьется. Короче говоря, о чем я говорил-то? Забыл. Представь, на что он готов теперь. Стараюсь не думать. Сэм, слушай, он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. Да, так вот, Сэм-то, конечно, Сэм, он тоже беспокоит. У него такие слухи. Да, слухи жуткие. Именно поэтому мне его ничуть не жалко. Так вот. А тут высоко. Короче говоря, дело-то в том, что... другой путь вниз. Вот. Нет? Короче говоря, Сэм-то, ну из тюрьмы его тоже, естественно, жалко, но он тоже должен понимать, что у Дрейка-то семья, там все дела, и как бы ему тоже особо неохота рисковать всем этим делом. Но он прекрасно понимал, и Дрейк, наверное, тоже все это понимал, что... Как бы, ну это брат, ну с братом-то надо как бы осторожнее, и он, само собой, его как-то выручит, поэтому, блин. У Дрейка не было другого выбора, просто потому, что вот так вот получилось, что брату надо помочь... А Дрейк такой человек, что он не сможет кинуть брата в беде. Короче, вот так вот. Поехали. В смысле, пистолет появился? Мы что, уже стрелять начинаем? Тут кто-то тоже что-то ищет, смотри. Кто-то, это походу... еще что? Еще один человек, кто-то левый появился. Снаряга для раскопок. А кто, если он копает там? Это же не Рейфа, получается? Наемники? Бабеха! Что? Смотри. На один, сука. Я думал, они только у собора. О, черт, пригнись! Бляха-муха, ну конечно, на один. Кто же еще? Не попал. Опа. Куда собрался-то, алло? Блин, походу, дело на один тоже там по тихой воду мутит. Ладно, закончили. Без присмотра этого Рейфа-то. Я рад вас видеть, ребята. Похоже, они нас ждут.
И поспрыгнуть. Они начали поиски снаружи. Ну да. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Короче говоря, на один, смотри, у нас получается уже трое. И я? Вы пробовали искать за пределами собора? Кто? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Прыгай. Да бляха-муха, ну что ты делаешь-то, Нейт? Там он нормально прыгает, тут он нет. Короче говоря, три противоборствующих стороны получается. Надин, Дрейк и Рейф. Блин, у меня по привычке, короче, я держу нолик, чтобы разгоняться. Остатки от Dark Souls. А он же не разгоняется так, поэтому я немножко падаю. С динамитом всяко лучше. Да неужели ты не помер? А чё, мы тут одни? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да, вот это расположение. А нам-то в какой надо? Вещички наемников. Так, орел или решка? Динамит! Ни то, ни другое, ты не угадал. Динамит. Отлично, забирай. Осторожней с этой хренью. Почему? О, бляха-муха. На. Ну, как я угадал, нормально так. Это было очень громко. Это было вообще нормально. Ну, может, за другими взрывами не заметили? Да, конечно, одним больше, другим меньше. Можно подняться по крыше. Высоко, не подцепишь. В смысле, не подцепишь? Почему не подцепишь? Найдем, на что забраться. Да. Конечно, найдем, в чем проблема. Вот по камням, пожалуйста, или вот здесь вот. Нет? Да конец, что тут такое прям резкое, что ли, Дрейк? Ты угораешь, нет? Что за прикол? О, сейчас Сэм подскажет все. Сэм красава. Сэм научит. Ага, сюда, туда, потом куда? Сюда. Блин, я не вижу вариантов. Кроме как вот на этот спрыгнуть. Нет, тоже. Так, Сэм, подскажи. Ну ты туда полез, ты молодец. Значит, надо куда-то вон туда. Или не туда? Можем вот по этой штуке забраться. А, так это надо опять взрывать, получается. Ну окей, понял. Так, удерживайте L2. Да отойди ты, ну! Да бляха-муха. Так, удерживайте L2. Нажмите R1, чтобы бросить динамит. А, R1. Ой, это не то. R1 это вот так. Вот. Так, на-ка. Отлично. Не, ну сейчас точно кто-нибудь придет на эти взрывы-то. А ты разбираешься. За свою жизнь я много чего взрывал. Я правильно ее везу, нет? Ну, судя по всему, да. Осталось еще динамитику взять, по-любому. Одну шашку-то мы выбросили, одна шашка еще пригодится. Одной шашкой можно целую толпу завалить. Одной шашкой целую... Бляха-муха. Давайте их всех кучку соберем, и я кину им динамит. Один наемник, второй наемник, вон вижу, спускается. А где третий? Ага. Это те, о которых Надин говорила. Вот их, приказ один. Осторожно. На. Берегись, динамит! Есть. Ребят, я и не заметил, друган. Ну-ка, на-ка. Динамит! Есть. Ай, тихо! Ну-ка, свалил нахер, дружище! Хорош! Ой, калашик-то, давно его не было у нас, давно не видали, давно не встречали. Во! Сейчас, сука, все головы полетят с этого калаша-то. Давай, Дрейк! Кто там? Следующий! Тихо, вот он. Хорош! Блин, дайте мне автоматов! Мне нужны автоматы, срочно! Сэм, да стреляет, нет в кого-нибудь вообще? Отлично. Все, больше нет никого. Сэм, ты стреляешь, нет? Так, еще кто-то. Еще будут, нет? Черти вы никчемные. Все, походу, дело кончились. Всего-то лишь. Я думал, их больше будет. Дайте мне автомат, пацаны. Могло быть. Могло быть. Так, подожди-ка. Уходим, пока никто не нагрянул. Опачки, АК-47. Так, давай сюда.
Это я все заберу. Все, Сэм, давай. Ты ленивая, ты псина. Давай ты маленько уже потаскаешь эту херню. Ты чего я все время двигаю? Я вообще-то главный герой игры. Я должен только пользоваться всеми ее этими. Дрейк, зачем ты давишь человека? Он, кстати, прикинь, проехал по нему прям, все нормально было. То есть не просто как-то проехал, как будто не было ничего. Он прям проехал реально по телу. Это, кстати, охеренно сделано. Чё такое? Чё случилось? Что-то всё зависло. Ну, в смысле. Да ты чё, коробушка, двигайся давай. О. Одну коробушку столько времени тянуть. Ну, пошли. О. А чё ж не подсадишь? Нормально до этого подсаживали, могли бы сейчас подсадить без проблем. Чё это? Динамит у меня полный. Поехали, на крючках покатаемся. И опа. А куда нам? Вот на эти, да, я так понимаю. Ну-ка. Дрейк, правильно? Правильно, отлично. Ну, поползли. Давай, Дрейк, потихо. Я не буду, короче, это, прыгать. Я буду ползать. Нет, вы смотри, он реально так прикольно ползает. Зацеплюсь. Знаешь, зацепишься. Ага. Отлично. Да, смотри, как он прикольный. Сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Не, это не ты. Ну тогда попробуй. А дальше куда? Я сейчас, по-моему, разобьюсь. Именно так. Так, вон туда, наверное, наверх, да? Поехали. Блин, как бы опасно это, ни хрена себе. Ага. Опа. Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Давай. И чё? А, мне туда надо. Не, короче говоря, он вообще охерительно ползает. Без прыжков. Давай, Сэм, подсади меня, или я тебя подсажу, и поехали наверх. Подсади. Вот на таком участке, размером там с ботинок, они друг друга подсаживают, беспредельщики. А там сейчас сверху кто-нибудь нагреет. Нет? А меня? Сэм! Давай, я подтяну тебя. Давай. Чё, дурак? Хе-хе-хе, если я промахнусь. Попал. Не понял как, но чудеса. Как-то сам по себе протянулся. У Сэма в руке магнит. Ну все, так все, поехали дальше. Так, монашеские кельи. До них всего пара прыжков. Действительно. А, только не сглаз. Все, поехали. Так не в дерево, Дрейк. Не дури. Надо было штаны надевать другие, в которых жопа не обдирается. Давай, давай, это я знаю, надо прыгнуть. И раз. Отлично. Поползли. Дрейк скалолаз. Во. Блин, смотри, реально прикольно. Когда не прыгаешь, вообще замечательно получается. Он такой ползет, короче, сам. Главное деньги. Подло. Бывает и хуже. Эх, бляха, не кину так динамит, да? Пока ты обучаешь нашего новобранца. Вот сюда. И что дальше? Он подавил меня? С нашей помощью все обошлось. Но как только кончим... Вот так-то! Блин, а кто-то, да, не всех подбил, получается. Точно. Не-а, никого нет! Блин, ну вот еще один. Так, вообще ни в кого не попал. Отличненько! Да, я его уложил, осталось понять, как слезть отсюда, и все будет вообще замечательно. Во, отличненько. Так, они нас запалили, это уже плохо. Опа, патрончики. Еще патрончики. Блин, сколько у вас тут собаки? Тихо, тихо, тихо. Блин, автоприцеливание на плойке, это просто огонь, если честно. Это прям шикарная штука. Две кнопки разом нажал, и все лежат. Почему в тех трех частях не было такого четкого? Там приходилось реально самому целить, даже когда оно было включено. Оно ведь реально было включено. Так, нет, дробыш мне не нужен. Здесь, короче, нет времени вот так медленно переползать. Здесь мы будем нормально делать. Спокойно. Опа. Нет.
А, нет, нет, чувак, не надо. Бляха. Это, ой, что такое? Барок 44. Блин, это четкий пистолет вообще. Этот сонсеттинг, как его, со снайперским прицелом, по-моему. Как его включить? Нет, это ракетница какая-то получается. Ну-ка, спокойно, давай попробуем. Ой, это здоровый пистолет, прям очень-очень сильно здоровый. Да, хороший, отличный пистолет. Конечно, в яблочко. Че, все что ли? Мы чуть собаки никчемные. Не попались. Да ладно ты. Наверняка кто-нибудь услышал. Валить надо, быстро. Блин, а что, не будет больше такого пистолетика? Классный пистолет-то был, ну. Давайте я возьму-то назад другой. Вот этот вот, какой был. Так, нам куда? Нам дальше? Сэм, ты какой-то это, знаешь, ты плохой стрелок. По-моему, я всех убиваю без тебя. Да что же это? Мания ускорения на трех, на нолик-то, что за херня? Опа. Не, очень клево он лазит, серьезно, прям вот лазит так медленно, хорошо. Прыгать никуда особо не надо. Опа. Ну в такие моменты просто уже никак по-другому не сделаешь, потому что приходится прыгать. А так он лучше пусть так перемещается. Так классно прям. Опа. Спрыгни. Нам по-любому надо вон туда. Только куда потом, я вот этого не вижу, если честно. А, все, вижу. Нам надо развернуться. И вон туда вон. Да-да-да, давай-давай-давай, дрейкуля, дрейчуля, все получится, и опа, хорош, а теперь ползком, теперь давай красиво все делай, чтобы я тебе, ну ладно, прыгни разочек, так и быть, разочек разрешаю, ну ладно, еще разочек разрешу, ничего страшного, запрыгивай, прикольно так ковыряется. Прямо за стенами. Ну окей, туда он допрыгнешь, нет? В смысле докинешь? Не докинешь, а как тогда? Тогда куда-то сюда. Тихо. Полегче, брат. Я себе чуть руки не оторвал, а этот урод мне еще высказывает. Убил бы. Этот урод за все платит. Как думаешь, что бы сделало с тобой? Ложись, динамит! Сыга, там было написано, если ложить противнику сколько траве, то никто не заметит, по-моему. Нам не до этого сейчас. Противников тут всяких укладывают в высокую траву. Это экшен, ладно, это шутер. Идем дальше. В конце концов, это не такой уж прям дикий стелс, поэтому стелсить я здесь вообще не буду. Я, конечно, могу, но не буду. Потому что очень плохо я это могу. Я, зачем оно мне? Это пейзаж. Где? А, восславь солнце, Сэм. Все будет вообще нормалек. Дальше ты что, опять вниз? Не, вниз я упаду. Так, дрейчуля. И чё, куда нам? Как бы есть, наверное, вариант вон туда как-то пробежать. Мне кажется, он умрет сейчас. Ну-ка, поехали. Да куда ты, дурень, прыгаешь? Куда? В ту сторону, Дрейк! Влево! Я его нажимаю, прыгаю влево, он прыгает вперед. Вот дурачок-то. Да бляха, эти глупые ускорения. Так, ладненько, значит, это немножко не то. Ну, нам по-любому где-то вот здесь вот надо было просто перепрыгивать, а он прыгнул вниз, и из-за этого он все сломал мне. Куда ты? Куда? Куда? Куда, Дрейк? Ну почему ты как кусок пластилина какого-то выветрившегося прыгаешь? И Сэм стоит, вот Сэм мне не подсказывает, меня это вообще напрягает. Салли, по-моему, больше был полезен. Салли подсказывал мне постоянно, а эта скотина не подсказывает. Но тогда куда? Тогда, получается, надо перепрыгнуть на тот камень, что ли, или в чем проблема-то? В чем прикол-то? Прыгать-то некуда. Как бы, ну, логично он прыгнет на тот камень, но зачем? С него же потом никуда не запрыгнешь. И раз. Допустим, это опять не то. Сэм, ну-ка, давай-ка сделай все красиво. Туда я залазил, Сэм, там ничего не происходит. Че? Подсказку дайте. Нет подсказки. Че ты там высматриваешь, там камни? Стоит, что-то пялит. Вроде кинуть ничего куда нельзя. Сейчас, короче, дождемся подсказки, и все будет хорошо. Других вариантов нет. Все, я понял. Сэм, ты тупица. Ты не можешь мне нормально подсказать. А я уже все нашел. Я нашел вариант решения нашей проблемы. Надо залезть как-то сюда. Так вот, как? Блёх, он что-то так скатывается дико прям.
Не, ну значит, надо запрыгнуть за камень, а потом из-за камня прыгнуть на эту сторону и залезть по колонне. Получается, что да, должно быть так. Ну-ка, и... Опа. Ага, допустим. Запрыгнуть. Да куда ты? А, вот, все, отлично. И раз. Вот. Вот оно решение проблемы. Сюда. Да-да-да. Теперь главное не упасть. Ну-ка, давай, покажи, как ты можешь-то. Ну ты чё? Тряпка не может ничего без меня. И... Опа. О. Ну, эти выступы сильно видны, поэтому... Ты чего? Дрычуля! А, ты сразу туда? Тоже вариант. Блин, Дрейк что-то не допрыгнул. Дрейк, ты меня расстраиваешь. Ты должен был нормально оттуда допрыгнуть, а ты взял и не допрыгнул. Тварь такая. И... Опа. Ага. Давай. И... Оп. Оп. Нихера себе у тебя прыжки. Не, у него реально прыжки какие-то дикие. Ну прыгай, Сэм, вперед. Чё ты там встал? Ты мне надо туда залезть. Раз. Уйди, Сэм. Уйди, я тебя столкну. Уйди оттуда! Кто-то орёт. Раз. Что происходит? Что делается? Как так? Для чего? Ну все же логично, что надо прыгнуть туда. Почему он не допрыгивает-то? Дрейк, что с тобой происходит? Объясни мне. Раз. Да куда ты прыгаешь? Куда, Дрейк? Ну что ты какой кривой? Блях, я знаю, что делать. Так, управление камерой. Вот. Нет, это не то. Управление просто. Бляха. Ладно, хрен с ним. Я уже не помню, что ты делаешь. Это в самом начале же давали нам возможность автоповорота камеры в автосмотрение Дрейка. И это вот здесь и реально очень сильно иногда мешает. Прям беда как мешает. Куда ты, сука, леший, ты прыгаешь-то, ну? И Сэм стоит, дурак, просто так там кипит. Ну, в конце-то концов, сколько можно, Дрейк? Я же нашел этот путь. Я же молодец, я все придумал. Да неужели? Допустим. Может быть... Кот! Сука. Уже чайки визжат так же, как я. Что за херня? Неужели? Все, давай, Дрейк, нормально себя веди. Залезь. Залезь. Все, отлично. Давай потихо, прям полигонечку. Давай. И... Раз. Хорошо. Почему ты не допрыгиваешь, Дрейк? Ты же на одном уровне с этой херней. Почему ты не можешь допрыгнуть? Объясни мне. Да неужели? Ну что, что раньше ты мешал это сделать? Я делал все абсолютно так же. В чем проблема, хрен просышь? Вот, делов-то. А дальше что? Не. Я вниз не покачусь. Надо же вон туда. Может быть сюда? Не, надо по-любому вон туда. Зацепиться вон за ту херню. Сэм! Слышь, чё? Или может вон туда? Не, тут мы пришли. Хе-хе-хе-хе! Нахер я сюда залез? Хрен его знает. Ну все, отлично, все, я выиграл. Все, я молодец. Блин, я... Почему он там тогда катился сразу вниз, я не понимаю. Ну ты что там встал-то, алло? Ну хер с тобой. Без тебя справлюсь. Тут я что? Мне кажется, я куда-то укачусь, куда мне не надо. Ладно, давай попробуем. Все, отлично. Смог он, смогу и я. Как? Круче, чем с моста на трос. Как ты так быстро это сделал? Пробовал? Нет, но я уверен, что это круче. Охереть! Как он так быстро это сделал? А,
Так вот, чем ты все эти годы занимался. Да. Скакал по развалинам? Тут он не допрыгнет, да? Еще по мне стреляли. Меня взрывали, били, пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. И ногами в пузо били, да, так и было. И? Что-то я не вижу ни одного нормального пути наверх. Хотя... Дрейк, что ты делаешь? А ты куда пошел? А, нам надо вон туда. Все, окей, понял. Окейушки. Какие-то странные тут пути. Тут, там, в обход, в опрыг, в оплык. Во все что угодно. И да, нам надо туда. Как хочешь, нам надо туда. Да, очень странный путь. А сейчас он тут опять упадет, смотри. Нет, не упал. Главное, до этого он всегда падал, а тут он вдруг почему-то взял и не упал. Вот и все. Наконец-то. Не совсем. Чтобы пересечь ущелье, нужно забраться еще выше. Да ты угораешь, надеюсь, что ли? Это был последний спуск. А то уже камней полные штаны. Да допрыгнул. Почему? Тут что-то какие-то странности происходят. То он просто не допрыгивает на расстоянии вытянутой руки, а то он, короче, запрыгивает хрен пойми куда вообще. И непонятно какими способами. Что за чудо-магниты там работают. Дрейк, не делай так больше никогда. Запомни, никогда так больше не делай. Так, отлично. L1 зажимаем. Хорошо. Вот оно! Победа! Ха-ха-ха! Победа! Сэм, ты где? Сэм, мне нужна твоя помощь, по-моему. Ладно, полетели. Все, Сэм, красава. Помоги мне привыкать. Это очень сложное место было, прям сложнющее, наисложнейшее. Давай. Давай. А там сейчас херак, короче, и на один, прикинь, стоит кудряшка с пистолетом. Есть, давай. Нету никого, прикинь. А где же она? Это точно. Точно, точно. А где же на один-то? Где эта ряха-кудряха? Вот это да! Опа. Склеп имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эвери. Ага. Давай найдем могилу. Давай. Как на свитке из креста. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть, и еще до черта осталось. 1659-1699. Отлично. 59-99. 59-99. 59. Скрещенные сабли. Череп и кости. 1659-1699. Окей. Найдем такое надгробие, и дело в шляпе. Хорошо. Оскверним могилы. Давай. Сабли. Херабли. Что-то я тут таких вообще не вижу. А Сэм, ты ищешь вообще, нет? Опа! Что это? Похоже, Рейв тут уже покопался. О, здорово. Хорошо, что он не знал, что ему искать. Запишите по-быстрому. Ну, а вдруг ему повезло? Да ну ты что, с ума сходишь, надеюсь, что ли, как ему повезет? Я вон вижу еще одно. 59-99 нам нужно. Сколько здесь? Ну, сабли такие. Ну-ка. Ну нет, не те года-то. Да, ты не... По имени же видно, что года совершенно не те. Грей. 50. Вот он, вот он. Дата верная, но сабли перевернуты. Да бляха-муха. Не то. Ты издеваешься, что ли? Хе-хе-хе. Сколько можно-то? Так, вот еще. Допустим. Вот это то. Заставка пошла большая. И год верный. Бенджамин Бриджман. Сэм, сюда. Что, нашел? Вот. Бенджамин Бриджман. Псевдоним Эвери. Чем ты этот череп меня смущает? Ну ты к нему в глаза. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери.
И череп должен быть повернут в сторону. Что это? Секретный проход, что это? Ты готов? А? Вот пираты мутят, да? В воду, короче. Я не знаю как, но здесь опять кто-то окажется. Каким боком, хрен его поймешь. Но все всегда идут за нами по пятам, хотя за нами никто не следит. Давайте призраков, драугров, еще кого-нибудь. Склеп? За потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу. Ну, конечно же. Ну, скрестим пальцы. Как сабли. О-о-о. Вся банда в сборе. Точно. Ну-ка. Иисус. Слева Дисмос. Благоразумный. Справа Гестас. Злой урод. Костел вообще. Чё-чё-чё? Ну, давай поговорим. Эвери особо чтил святого Дисмоса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником. Грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумием. Наверное. Значит, нам надо что-то здесь делать? Или где? Или за ним? А, точно, вот. Чё это? Какая-то лампа. Поджигай. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Но ты посмотри. Ни хрена себе. Система. Шестереночки, опять что-то надо нажимать, да? С той стороны стены. И чё? Так, посмотрим. А чё двигать-то? А, во. Я направлю свет. О-о-о, мне это нравится. А, удалось. Ага. Отлично. Ну, это простая загадка. Надо, короче, лучиками попасть на всякую херню. Да-да-да. Или непростая загадка. Бляха, очень непростая загадка получается. Фу, соедини точки. Какие? Блин, ни хрена себе тут сложно все получается. А как-то по-другому-то можно это сделать, нет? Точно, значит, я не то направил. Возможно, вот, отлично. Тебе нужно направить оба луча на звезду. Серьезно, что ли? Так, а тот почему-то не горит. Значит, эти сходятся вот... Это вот от этого. По длине будем смотреть. Ну, ага. Вроде верно. Здесь надо чуть-чуть подрихтовать, потому что лампочка не горит. Вот. И последняя осталась. Не, ну это совсем не сложно. Это вообще детская загадка. Опа. Получилось. Ну, само собой, не ты же этим занимался-то, а я. У меня само собой все получилось. Опа. Ладно, попробуем. Сезам, откройся. Не то сокровище. Цыц. Крест. Неплохой вид, но нет сокровища. Да под крестом оно, ну что ты сын какой-то угадун-то? Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Вот он-то подзапарился, да? Что-то все напрятал, что-то нахерятал. Есть одна проблема. Вы хоть стекло разбили, что ли? Этот путь ведет обратно через собор. И назад к Рейфу. Черт. К чему заставлять его ждать? Разбей стекло, чтобы он не догадался о том. А то он придет, посмотрит и тоже поймет, что там пещера. Надо как бы заметать следы за собой, ну. Пойдем другим входом.
Опа. Хе-хе, что-то нашел. А что нашел? Шотландская монета в пол пенни. Пенни — это единица меры денег. Единица меры денежных денег. Такие дела. А вы запомнили направление, куда к кресту-то идти, пацаны, или нет? А то ведь мало ли, я его не запомнил, я на вас полагаюсь. Я думаю, вы меня видите, выведите к нему. Потому что я уже запутался, в какой стране находятся эти кресты. Ходишь, бродишь, кружишь, хирушишь, ничего не понятно. Сейчас раз, а там уже встречаю, смотри. L3. Черт, они открыли ворота. Хорошо, туда-то нам и надо. Потихо или по громкой? Слышно, что от наших скал. Снова. Сбоку, что ли, кто? Нет, я говорил, что по стелсу это не то совершенно. Нам надо отстреливаться, стрелять, и все будет нормально. Да вы что, какие прочные-то? Меня сейчас так убьют. Я вот серьезно. Это что сейчас было? Это была граната. Это я заметил, это я понял. Сэм, ты будешь сюда стрелять, нет? Так, вот здесь еще кто-то стоит. Блях, я тут не попадаю. Ну, хорош спускаться, пацаны, так вот динамит есть, отлично. Блин, вот народу, короче, сколько появилось. Да, сюда, ну-ка. Сника. Не ори. Возьми динамит. Это нас не убьет. Да, я понял. Это я заметил, она была слишком далеко. Отлично. Кто это? Так, у него был автомат. Тихо, автомат не нужен. Автоматик, срочно. Опачки, поехали. Тихо-тихо, ну-ка, Дрейк, отпусти. Во, спасибо, Сэм. Красава. Блин, откуда тут столько народу? Красиво. Красиво, а то. Есть еще кто, нет? Патрончики, патрончики, патрончики. Собираем патрончики, 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 патрончики. И все патрончики надо собрать. Все патрончики надо. И все? Ну, в принципе, перестрелка такая неплохая. Но мы с ней справились вообще. Просто прям нафиг. И делов-то. Поехали. После прыжка удерживайте, чтобы игнорировать выступы. Что? Я потерял. Влепил, да? Тихо, тихо. Кто там, кто там, кто там? Опа, это мое. Откуда кто стрелял? Где мои патрончики? Ну, отлично. Да. Так, ну уже попроще, уже 99. Ну, могло быть и лучше. А, все, что ли? Ну, мы все еще дышим. Уже хорошо. Давай откроем ворота. Подожди. Что? Это тебе сюрприз был, Сэм, чтобы ты не расслаблялся. Че его даже не отбросил? Вроде как бы ударная волна должна была быть. А ему как бы насрать, в принципе, на это. Все ворота почему-то все время приподняты. И кто-то, знаешь, так оставляет, приподнимает и не опускает до конца. Специально. Чтобы у Дрейка была возможность их поднять. У Дрейков, точнее. У Дрейев. Дрейки. Два Дрейка. Давай. И опа. Откуда столько народу? Что они тут делают, если ничего не копают? Так ты опусти ее уж в конце-то концов. Какую-то херню страдает. Тяжелая отлично. Штука, тяжелая штука. Я, конечно, думал, что сокровище может быть здесь, но это было бы слишком легко. По моему опыту, да. Да, было круто. Конечно, легко. Каждая загадка ведет куда-то дальше. Туда, сюда, туда, сюда, сюда, туда, туда, сюда. А потом в конце нихера нет.
В конце будет схватка с Рейфом или с Надин, с главными злодеями, и мы, естественно, ничего не найдем. Хотя, подожди, мы должны что-то найти, потому что мы сегодня ничего не найдем, Сэма убьют. А нам нельзя, чтобы Сэма убивали. Впечатляюще. Прямо под... Пещерка. Ты уже больше он... Ну, не будем расстраивать, Эвери. Отдаленная хрень уже больше напоминает Dark Souls. Как вы там? Нормально, Салли! Ты где? Слушай, Салли, мы идем по следу. Но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор. Мы надолго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно. Может, музыку хоть пока нам включить, что ли? Не знаю. Просто по рации, чтобы играло повеселее же будет. Ну, опачки. Тихо! Отлично, опять эти появились уже откуда-то. Впереди патруль. Да я понял. Я слышал. Их двое. Я начинаю. Ты чё, дурак, палишь контору-то? Выключи фонарь-то. Сокровище. Нож, нож? Складной нож. И чё же это за сокровище такое? Это обычный складной нож. В чём прикол этого сокровища? Так, мы патруль-то будем убивать или нет? Вроде как бы экшен надо. Да как хочешь. Не здесь! Вот тебе и весь патруль. Да, Сэм? Ничего же сложного-то. Был патруль и нет патруля. Так просто не уйти. От каких? Да, и чем ближе мы к собору, тем больше их будет. Ну и не страшно, подумаешь. Блин, почему патроны автоматом не пробираются? Напрягает эта херня. Так, давай сюда. Я тебя подсажу. Вот так. А меня? А меня? Я слишком высоко. Угорай, что ли? А меня? Ну и пошел. Сейчас, погоди. Давай. Я жду. Гляну, что там за деревянная штука. Ты куда без меня пошел? Эй, что-то нашел! Да ладно! Вот так? Тяжелая сволочь! А ты что делаешь-то? Помогаю тебе! А, да подожди, там он что-то эта есть. Эта штука даже тебя выдержит. А, спасибо! Я нашел сам нормальную дорогу. Птичка. Оловянная музыкальная шкатулка. И все. Из-за этого я сюда прыгал. Спрашивается, нахрена? Вот. Давай, Форт Боярд, бляха-муха. Я тебе L1 на это нажал уже до того, как ты еще приземлился к стене. Он мне все просит, L1. Пошли, Сэм. Ты же не думаешь, что это строили монахи? L1. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Натуре. Говорил я уже однажды эту фразу. Но она сейчас вряд ли сюда подойдет. Поэтому я не буду. Так, на еще. Ага. Ой, умираю. Тихо, говорит, джойстик, не дури так больше. Вот он, короче, меня пугает, собака так. Ну, давай уже. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Нет, да не думаю. Какая-то система блоков. Вот. Можно забраться? Я сейчас. Давай. Я закоченел. Да ладно ты, тряпка какая, закоченел он. Всем холодно, ты не один такой. А, тихо. Сюда. Вижу. Молодец. А дальше куда? Спасибо. Туда? Ладно, наверное, плохая была идея. Ай, хорош красавчик. Дошел, прикинь, дошел. Дошел, докинул, допрыгнул. Смешно дуракам. Побереги силы. Это еще не конец. А нам-то куда? Ну, веди.
В смысле веди? Куда? Ну вон, прыгни. Сэм, уйди оттуда нахер, я как бы веду, мне надо туда, наверное. Во, спасибо. Или наоборот, надо вниз спускаться. Как по мне, так надо куда-то сюда. Ну точно. Вроде держит. Ну, поехали. Вот у него, короче, силище, да? Взять и смогу себя просто тупо поднять. О! Не пожалеть, тихо, правда. Тихо, 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 тихо. Тихо, дальше чё? Ой! Тихо, прыгни, дрейк! Дура! Что ты делаешь? Не пугай меня так. Запрыгивай наверх. Да тут я. Внизу. Этот утёс, он упал. И как? Спаси меня, Сэм! На другой стороне лестница. Давай к ней. Я попробую. Окей. Признаюсь, у тебя талант всё ломать. Да тяжёлый он просто. Ну да. Ну ладно, поехали. Опять? Ну давай еще лестницу сломай. Издел? Да. Как я и сказал? Да, да, да. Ладно, держи. Может быть. Дальше ты что, Сэм? Я до тебя не доберусь. Окей. Да хватит жаловаться, замерз, рук не чувствую. Я вижу, как он как прискакивает, только так. Держись, я тебя подниму. Ты только что там полз, что за херня? Давай-ка. Что бы ты без меня делал? Наверное. Жил бы спокойно, чем я. Во-во. Тебе что, 5 лет? Ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот именно. Вот и все. Давайте тогда на этом на сегодня закончим. Мы поднялись с вами на гору. Очень сложные места, просто прям дикие какие-то. Непонятно, что происходит. Все куда-то туда, сюда, сюда, туда. А мы в следующей серии продолжим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.